Гомельское предприемство «Белшклопрам» завершило работы по удосконаливанию шкловарной печи. Кошт проекта – больше 10 миллионов белорусских рублей. Предприемство динамично развивается и за больше 10 годов працы доказало свою эффективность на рынку. Проведенная модернизация – способ сделать вытворчесть «Белшклопрам» еще больше рентабельной. Обнова о введениях в вытворчести и поспехах у деятельности у наступном сюжете. «Белшклопрам» занимается выработкой шкляных бутылок для харчовой промысловости. Предприемство активно работает и на внутренний рынок, и на внешний. География сбыту от Западной Европы до Туркмении. Могутности 20 тысяч бутылок за годину. Модернизация шкловарной печи – уверенный крок до увеличения объема вытворчести. Запуском газу у обновленную печь керовал технолог из Малайзии Эдгар Перер, який колисти працавал у компании Coca-Cola. Так само тут заменили абсолютно всю автоматику. Якость и докладность работы повысились, расходование ресурсов снизилось. Мы изучили рынок огнеупорных материалов и решили, что мы должны быть первые, которые попробуют новшества в этой сфере. Разрабатывался проект уже с учетом и внедрением вот этих новых технологий, которые на сегодняшний момент нам позволят сэкономить энергоресурсы, что немаловажно для окружающей среды нашей республики. Модернизация вытворчести – основа политики предприемства. Например, мобильный тест на горячее напыление позволяет просто и хутко проверить якость опрацовки шкла. Вартость маленького прибора – 12 тысяч долларов. Процессы максимально автоматизованы, как спростить задачу специалистам. До речи, Белшклопрам – резидент свободной экономичной зоны Гомель-Ратон. Завод со 100% российским капиталом. Умовы пандемии не самые сприяльные для бизнесу. Тем не меньше, они не стали перешкодой для таких масштабных укладаний. Ряд наших предприятий, которые тоже занимаются с упаковкой. Это и Freshpack Solutions, и Alcopack, и Multipack, Каштан. Они нарастили свои объемы производства, увеличили экспорт выпускаемой продукции. И если в апреле, в мае было некоторое снижение экспорта, то я думаю, что за 9 месяцев, если в целом все предприятия свободной экономической зоны взять, то мы выйдем на 100% экспорт по сравнению с прошлым годом. Администрация СЭЗ отзначает, Гомель-Ратон регистрирует предприемство усяго за один день. Резиденты отрымливают необходимые льготы, их деятельность активно подтримливается. Усё это без умешательства во внутригосподарчую деятельность. Умовы для поспехового бизнеса есть. Белшклопрам тому подтверждение. Миколай Скинтиян, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель».